Что ж, пойдем разбираться. Не ходи ко мне, жрец. Не ходи. Не ходи. Прибью. Один на один выйдешь. Дерись. Один против пятерых. Дерись. Один против ста. Все равно. Дерись. Ты казак. И чтоб папских сынов твой не видал. Прибью. Понял? Прибью. Понял, хватит. Все пройдет, сынок. И синяки, и обиды. Все пройдет, сынок. А слез стыдиться не нужно. Слезы душу лечат. Иван Максимович! Здравствуйте. Вы меня не знаете, зато я вас знаю. Господи, как хорошо, что вы тоже здесь. Вы чувствуете? И даже воздух другой. Так свобода пахнет. Все позади. Бесконечное унижение, нищета, хамство. Ой, вы меня извините. Все сначала. Новая жизнь с нового листа. В свободной стране, среди свободных людей. Господин Поддубный. Я Терри Коул. Я говорю по-русски, если вы заметили. Хотя, наверное, хуже, чем 10 лет назад. Уехал 10 лет назад и с тех пор не видел никого из России. А это мои компаньоны. Это Брюс. Среднелегкий вес. Знает про борьбу все. А это хозяин нашей компании, Скотт. Сказать по секрету, у него под котелком вместо головы счетная машина. А сейчас мы едем в хотел. Хватит дымить в машине, Терри. О чем ты договорился с этими русскими? Сколько ему лет? 54. И что нам теперь с ним делать? Скотт, он шестикратный чемпион мира. Когда это было? 20 лет назад? Цирк приехал! Цирк приехал! Благодарю.
работа, мужики! Айда за мной! А вы кто? Приходите в цирк, увидите. Обязательно зайдем. Мы будем ждать. Так, уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наше представление. А сейчас полеты под куполом без страховки и смертельный номер в исполнении весьма хрупкого создания. Итак, на арене девушка-стрекоза, очаровательная мадемуазель Мими Коля! По традиции сегодня мы начинаем чемпионат по борьбе на поясах. Парад! Алло! Условия просты. Проигравшим считается тот, кто коснется ковра какой-либо частью тела, кроме стопы, ног. Последний день нашей гастроли состоится финальная схватка, победитель которой получит главный приз – 300 рублей! Не пропустите ни одной схватки, господа. Итак, я представляю участников проездом из Парижа Вадим Деда Турц! Турецкий гигант Кара Ахмед Паша. Дикий эфиоп, подверженный приступам каннибализма.
Вот. И, наконец, наш загадочный гость – черная маска! Клянусь, никто не видел его лица, потому что по условиям контракта он снимет ее только в случае поражения! Итак, парад для тур! Эй, надоело! Почему я не могу быть французом? Немцам на худой конец. Да ты рожи не вышел. Я слышал, хозяин хочет урезать тебе гонорар за бесплатное питание. Ты хорош, хорош. Помериться силами с победителем! Ну что, смелее, смелее! Давай, пай наших знаем! Что, есть желающие? Есть слабо? А ну, держи! А, давай! Есть! О, прошу, молишь! И перевелись еще на Руси, смельчаки! Ну-с, господин хороший, представьтесь публике! Кто таков, откуда будете? Иван Поддубный, из грузчиков портовых буду. Грузчик в порту. Ура! Поклонитесь, увидите, поклонитесь. Обойдутся. Господин Поддубный, я человек прямой, поэтому начну сразу без предисловий. Присаживайтесь. Благодарствую. Я хочу предложить вам контракт. Что я должен буду делать? Бороться. Вы будете участвовать в чемпионате до его окончания. 30 дней. По одной схватке каждый вечер. За каждую победу я буду платить вам, ну, скажем, 5 рублей. 5 рублей. Кстати. Это вам за сегодняшнюю победу. Вы согласны? А кто ж не согласен? Тогда... пишите вот здесь, в самом низу. Хорошо. Выходить будете не из-за кулис, а из зала, как сегодня. Еще одно условие. Одевайтесь в рабочую одежду. Рубаха, порты, как обычно. Зачем? У меня и поприличный костюмчик имеется. Так интереснее для публики, потому что представлять я вас буду. Портовый грузчик Иван Поддубный. Договорились? Договорились. А улыбнуться можешь?
шире. Зубы хорошие. Не балуюсь. И это правильно. И еще, Иван, запомни, что вот с этой минуты ты уже артист, а не человек из зала. И вот когда в следующий раз ты войдешь в манеж, неважно, выиграешь ты схватку или проиграешь, но будь добр, не сочти за труд. Поклонись публике, она это любит. А я не проиграю. Писали? Ага. Но вы хотя бы прочитали сначала? Так мне на словах все объяснили. Нельзя же быть таким доверчивым. А у нас так. Казак слово сказал, так держи. Ну, как знаете. А вот скажите, Мими. Какая же я вам Мими? Маша, я такая же Мими... Как турок Ахмед Паша Алифеоп. Так я ничего, не настоящая? Господи, Иван, вы наивны, как ребенок. Неужели еще остались такие люди? Откуда вы? Да с хутора. Решил на мир посмотреть. А батя говорит, казак из дома только на войну уйти может. А у меня 6 сестер. И мать в доме главная. Утром фортепиано, днем французский, вечером вышивка. И сиди, жди, авось благородный посватается. А когда к нам Твердохлебов приехал, я первый раз ты пришла. И пропала. Пропала. Специально бегала после каждого выступления за кулисы, чтобы хотя бы воздухом этим подышать. Потом гастроли закончились, и я сказала себе, Але, либо ты делаешь это сейчас, либо не плачь потом. И... Сбежали? Ну да. Вы садитесь рядом, не бойтесь. А можно? Нужно. Вот скажите... Маша. Маша. А как вот это? Страшно. Иногда так страшно бывает, что двинуться боюсь. Но тогда я говорю себе. Але? Але. И прыгаю. Тут все просто. Либо ты делаешь это, либо вышиваешь приданое крестиком. Что ж ты делаешь, гад? Садись на телефон. Лучшие клубы Чикаго, Детройта и Калифорнии.
Заплати газетчикам и позаботься, чтобы его фотография была на первых страницах всех газет. И подпись. Что-нибудь вроде «Железный Иван гнет Америку». Маша. Здравствуйте, Маша. Что вы здесь делаете? Да вот вас поджидаю. Я слышал, цирк скоро уезжает. Да. Вчера после выступления Твердохлебов объявил, что сборы стали падать. Все ходят посмотреть только на вас. Да. И у вас завтра финальная схватка. Ни пуха, ни пера. Да. Да не то. А к черту. Але, я все могу. Я самый сильный. Я буду за вас болеть. Да я не проиграю. А давайте завтра прогуляемся в день по городу. Давайте. А послезавтра? А послезавтра я уже буду трястись в вагоне с медвежатником Эмилием и его ревнивой женой. Но это моя жизнь. Я сама сделала этот выбор. Маша, Маруся, ну ходите, я все для тебя сделаю. Честное слово, я заработаю. Я на двоих заработаю. Я ж сильный. Я все смогу. Не надо, Вань. Поздравляю, господа. Мы безработные. Да типун тебе на язык, Базиль. Я теперь не Базиль. Я теперь Васька с Рязанской мануфактуры. Да и ты теперь не дитя Африки. Послушай. Феодосий, где нынче гастролирует цирк антрепренера Твердохлебова, объявился силач самородок, грузчик местного порта Поддубный. С уверенностью можно сказать, что он победит в чемпионате, поскольку никто из профессиональных борцов господина Твердохлебова не продержался против него на арене даже и четверти часа. И это русский спорт. Если в столице знают об этом, значит звон по всей России. Так что или по домам, или веселить народ в городе с семижопой. Да это наш Ванька большой шуткует! Ну-ка, Ванечка, давай меня сверху! Здрасте. Иван, борцы договорились с Твердохлебовым. Сегодня француз победит. Это как это? Не знаю. Наверное, приз поделили, чтобы чужаку не отдавать. Это цирк. В нем свои законы. Но знаешь, ты ведь можешь жить по своим. А это как? Ты хочешь, чтобы я осталась с тобой? Да. Так-то давай сбежим вместе. Заходи. Кстати, заглянул. А то я собрался за тобой послать. Садись. Молодец, Ваня. Вот просто молодец. Я не помню случая, чтобы так вот новичок продержался до конца чемпионата. Ну и тебе, дорогой мой, придется подыграть. Значит, сегодня финальная схватка. Ляжешь под француза. Так прямо и лягу. Нет, сразу нельзя, Ваня. Публика поймет. Поэтому следи за мной. Я тебе дам знак. Вот тогда пойдешь к нему на захват, а он тебя через мост бросит. Надо, чтобы чемпионат закончился красивым броском. Понял, да? А если не лягу? Вот, Иван, вот я честный человек. Я, по-моему, честно тебе по контракту выплачивал за каждую победу. Ну и ты все-таки будь добр. Ну ты тоже как-то соблюдай, да, условия контракта, уж коль ты его подписал.
А что, в контракте так и написано, что я должен проиграть? А вот смотри. Пункт номер 6. Результат схватки определяет антрепренер. То есть я. Но есть еще пункт номер 7. За невыполнение данного контракта виновная сторона, то есть ты, выплачивает неустойку в размере... Господин Поддубный, я полицию позову. Сиди! Ну, пасть раздевай. А? Раздевай пасть, говорю. На, жри. Жри свое дерьмо. Что, тяжело? А ты на вон. Запей. На. И запомни, Поддубные никогда ни под кого не ложились. Ясно? А красивый бросок тебе будет. А ну-ка, сынок! Давай третий звонок! Кто хочет увидеть оживление мертвеца, вылезай по ногам с того конца! Чудеса уморите, по берегу не захотите! Аж малоросские новости, несите пятачки! Давай, давай, налетай, налетай! Билеты хватай! Ай, пошли начинать! Музыку давай играть! Молодцы! Я объявляю финальную схватку нашего чемпионата Базиль де ла Тур. Артур Грузчик, Иван Поддубный. Господа, уважаемая публика, не верьте своим глазам. В этом поединке должен был победить не я, а он. И приз мой они с хозяином уже поделили. Так что честно заработанных денег мне не видать. Поэтому я, простой грузчик, Иван Поддубный, прошу, чтобы приз вынесли сюда. На арену! Господин Твердохлебов, я как полицмейстер нашего города требую, чтобы вы вынесли 300 рублей и вручили их победителю. В противном случае я буду вынужден обвинить вас в мошенничестве. Что вы еще от меня хотите? Это что? Неустойка. За нее. Мими, и вы? Как же вы можете после стольких лет совместной работы
Я же ведь вас на улице подобрал. Я из вас сделал артистку. Это не благодарность. Контракт давай. Подождите, мы сейчас можем договориться. Я готов предложить более выгодные условия. Мими, господин Поддубный. Контракт. Этот. Этот. Ну что, уезжаешь все-таки? Уезжаем. Попробуем другой цирк устроиться. Какие края собираетесь? Думаем до Одессы добраться. Там сейчас трутся гастролируют. Так мы ж одесски грузим. Там и для вас каюта будет. Да не, все деньги на отступную этому упырю во фраке ушли. Попробуем хоть кочегаром устроиться. Не, ну это не годится. При такой невесте и чумазым кочегаром. А ну-ка. Антюша, ты господ уважаемых за так возьмешь, потом сочтемся. Ну, если уважаемых, возьму. А то. Ну, спасибо, братцы. Нет, погоди. Без подарка нет пусть. Санек? Тащи сувенир. Ты теперь у нас не Иван Большой, а господин Поддубный. А господам без тросточки никак нельзя. Вот тебе пудик чугуна, Ваня, чтоб не забывалось. Спасибо, братцы. Не поминайте лих. Удачной дороги. Эй, на берегу! Грузи уважаемых! Отходим! Железный Иван. Свидетельство медицинской комиссии подтверждает, что в свои 55 у него здоровье 35-летнего, сэр. Я же говорил. Хорошо. Ты был прав. Иван. Кто бы мог подумать, что эта авантюра обернется самым прибыльным бизнесом? Да мы всю Америку поставим на колени. Извините. Такой нет. Лет 30 прошло. Это моя работа, Иван. Все, что нужно для бизнеса, я достану под землей. Вся Америка в моих обижах. Иван, come on! Вот батя бы порадовался. У него такой карточки отродясь не было. Один момент.
альбом. Хорошо. Внимание. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. 14. 15. Дамы, господа, везем медведя. Вот уж действительно медведь, иначе не назовешь. Никакой кепки. Да, да. Ну, зато какая силища, князь. Это же сама русская природа. Это же новый Илья Муромец. Оставьте ваши эпитеты газетчикам, брат. Отстаньте от меня, дядя! Да телега на ладан давно уже дышит. Забирай там. Прочи или выкинуть ее. Что, так и передать его? Так и передать. Слово в слово. Здравствуйте, господа. У нас гости. Что ж ты не предупредил, Вань? Братья мои, Никита и Митрофан. Как раз к обеду. Я сейчас накрою. Пора нам. Бывай, Иван. Может, хотя бы чаю? Что ж ты не остановил? Не по-человечески как-то. Столько не виделись. Что случилось, Вань? Иван? Вот, батя карточку послал, думал, порадуется. А он вместо этого братьев прислал. Говорит, хоть связанным, а привезите. А когда приедет, я в него оглоблю обломаю. Чтоб больше род поддубных не позорил. На потеху публики клоуном не скакал. Ну, будет. Значит, оба мы теперь с тобой бездомные, Ванюш. Да я у него еще благословение на венчание просил. Он говорит, не только не благословлю, а еще и прокляну. Что, я всю жизнь под его указку жить буду? Сказал, не приеду, значит, не приеду. Сказал, венчаюсь, значит, венчаюсь. Так ты, значит, венчаться собрался, Ванюш? Я думал, нужно сначала девушке согласие спросить. Так я сейчас и спрашиваю, говори, да или нет? Нет, Вань. Я тебя люблю. Но семьи тебе лишать не хочу. Не прощу себе. Его высочество, великий князь Владимир Александрович. Прошу садиться, господа. По какому поводу такие баталии, ваше высочество? Николай Николаевич, прошу вас, вы не на приеме. Члены атлетического комитета, князь Друбич и граф Корсаков, объехали несколько городов в поисках возможного кандидата для участия в чемпионате мира в Париже. Пожалуйста, князь. Ваше высочество, кандидат, собственно, один. Вот. Здесь, в Петербурге, в цирке Чинизелли гастролирует некий, полюбуйтесь.
Иван Поддубный, известный в цирковом мире как «Русский медведь». Это человек из самых низов, бывший портовый грузчик. 5 лет назад он вышел на арену из публики и с тех пор не проиграл ни одной схватки. Вы связались с ним? Мы не можем сойтись во мнениях с графом. Честно говоря, я в некотором замешательстве. Но не знает он французской борьбы. Ваше высочество, извините, Поддубный – это природный феномен. Это самородок, это живое воплощение силы русского народа. Ближе к делу, граф. Ваше высочество, да, действительно, Поддубный не обладает атлетической фигурой или техникой, но при этом в цирке он связывает поясом 3 человек из публики и носит их на вытянутой руке. Простым движением он рвет книгу в 3 пальца толщиной. Да, у него нет техники, но если представить к нему опытного тренера, к примеру, Эжена, послать, то я даю слово... Послать циркового медведя в Европу, представлять Россию перед всем цивилизованным миром. Пожар! А если он на награждении семечки лузгать ставит? И что? А если он побеждает? Я полностью согласен с вами, Дмитрий Леонидович. Вы, безусловно, правы. Это позор. Поэтому вы и поедете представлять Россию перед цивилизованным миром. Я? Ну, я, как член царской фамилии, не могу участвовать в подобных турнирах, да и физическая форма не позволяет. А среди оставшихся членов общества вы занимаете самое высокое положение. Нам останется только надеяться, что противники, лишь услышав ваш титул, просто разбегутся с арены. Его высочество шутит. Шутка! Когда начинается война, избави Бог, мы обращаемся к народам. И нас меньше всего заботит происхождение и манера тех, кто защищает Россию. Речь идет о престиже страны, господа. До чемпионата 3 месяца мы по русской традиции занимаемся бесплодными дискуссиями. Даже медведя. Если захотеть, можно обучить манерам. Это уже по вашей части, господин Корсаков. Жен займется тренировками. Извините, господа. Дела. Господа. Bonjour. Bonjour. Жен. Иван. Жан. Жан. Внутрь и налево. Переводим направо, подтягиваем. Стоп! Стоп. Следующий. Начали. Раз, два, три. Это ты и я. 4. 5. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Еще. Еще. Раз, два. Раз, два. Еще. Еще. Раз, два. Приборов не бояться. Брать дальние от себя. Нож вправо. Вилку в левую. Режь! Жан! Жан! Чего не спишь? Боюсь. Чего? Опозориться боюсь. А еще боюсь, если проиграю, ты меня обратно не примешь.
больше ты не думай. Ты не за меня, не за себя будешь бороться, а за всех. Али, я все могу. Я никогда не проигрываю. Я все могу. Никогда не проигрываю. Париж, Париж. И что сюда все рвутся? Петербург-то покрасивше будет. Покрасивше. Сигары, настоящие французские карибы, можно купить только в Париже. Иван Максимович, на вас сейчас набросятся французские газетчики. Вы им этого про Париж не говорите, пожалуйста. Парижане, они патриоты своего города. Я боюсь, вы можете сразу настроить их против себя. А я не пряник медовый, что всем нравится. Вы будете переводить, граф. Ваш поэтический дар сглаживать острые углы придется очень кстати. Как вы находите Париж? Красивый город, есть что поглядеть. Господин Поддубный впечатлен красотой вашего города. Вы надеетесь выиграть чемпионат? Я никогда не проигрываю. Ни единого проигрыша за всю карьеру, господа. Однако он отдает дань уважения своим противникам, немецкому борцу Веберу, сербу Антоновичу и, конечно, чемпиону Франции Раулю де Буше. Откуда вы родом? Из Запорожья. Из казаков мы будем. Господин Поддубный сын простых крестьян с юга России. Как видите, даже здесь он не расстается со своей традиционной крестьянской одеждой. Да уж какие крестьяне-то. Я прошу вас. А что вы скажете о парижанах? Ну, граф, вы скажите что-нибудь такое, чтобы не обидеть. Он говорит, что, судя по вам, мадам, парижанки восхитительны. А русские газеты писали, что вы работали грузчиком в порту. Это правда или это цирковая легенда? Когда это закончится? Потерпите, Иван. Господин Поддубный действительно работал грузчиком в порту до тех пор, пока его не открыл цирковой антрепренер. Невероятно. Расскажите, как вы работали грузчиком? Ну, так. Иди сразу в захват, сломи голову. Присмотрись чуть-чуть. Походи. Вокруг. Он хитрый борец, но левая рука у него намного слабее. Не дай ему работать правой. Съежи ее. Волнительно немного. А у него вон морда каменная. Он тоже волнуется, но тебе не покажет. Он такой же борец, как те, кого ты брал в России. Может, немножко сильнее? Совсем чуть-чуть. Дом-то публика своя, а здесь вон. Тут тоже своя. Не думай об этом. Подожди. Посмотришь, как треснут скамейки на ложе, когда ты его положишь. Чемпион Турции, Геркулес с Востока,
непревзойденный Хаджи Мухтар. Русский медведь, запорожский казак Иван Поддубный. Мук, грузи этот мешок с картошкой и быстрее заканчивай. Что он сказал? Грузи этот мешок с картошкой и быстрее заканчивай. Ввиду неоспоримого преимущества, победа присуждается Ивану Поддубному. Русский медведь покорил Париж. Кто остановит русского медведя? Обратите внимание, весь Париж обожает Поддубного, и весь Париж втайне ждет его поражения для того, чтобы завести на пьедестал нового героя и поклоняться ему. Во! Не дождутся. Иван Максимович, мы в Европе, не на хуторе все-таки. Николай Алексеевич, вы поэт, а меня вот, извините, прозаические вещи беспокоят. Иван Максимович выиграл у турка и болгарина за счет казачьего наскока. Надо менять тактику. Они от него будут с первой секунды наскока ждать, а вы, Иван Максимович, первым в захват не идите, отступите. Поддержите их в напряжении. Пускай сами атакуют, пускай раскрываются. Иван, вы меня поняли? Иван Максимович, это салон дамского белья. Иван Максимович, куда вы? Не надо туда. Бонжур. Здравствуйте, барышня. Пожалуйста. Простите, дамы, это просто недоразумение. Иван Максимович, не принято это. Сюда только дамы ходят. Правильно. Маша-то дома осталась? Иван, пойдемте. Если нужно, горничную пришлем. Так. Ух ты. Здесь в Санкт-Петербурге такого нет. У нас все больше как солдатское такое. Можно вот это посмотреть, а? Иван Максимович. Ты подожди, граф, подожди. Красотища-то какая, а? Пахты! Уходите. Алигузо! Вуаля! Идите прочь. Пахты! Маша-то обрадуется, а? Мне только размер. Барышня, можно вас? А? Размер! Размер! О, не, а. О. А вот такие, как у вас. Ха!
Теперь все газеты напишут. Русский медведь в кружевах. Зачем вообще здесь пошли? Здесь на каждом шагу такие магазины. Итак, бегите вам! Тактика! Тактика! Да какая черт тут тактика? Уже по яйцам бьет! Да нормально, нормально! Смотри. Бой окончен. Подождите, подождите. На помощь, на помощь. С ним нельзя вести открытый бой, Рауль. Это самоубийство. Какие ставки, Шарль? 6-1 и не в твою пользу. Хорошо, очень хорошо. Ставь на меня. Сколько? 10 000. Ты в этом точно уверен? Победитель международных турниров. Парижский мушкетер Рауль де Буше. Русский медведь. Запорожский казак Иван Поддубный. Господа судьи, де Буше в масле. Мы протестуем. Господин президент, мы не нарушали регламент. Бой должен продолжиться. Это позор, скандал. Господин президент, я подтверждаю, это прованское масло. Жюри подтверждает, что один из противников использовал прованское масло, что запрещено правилами чемпионата. Жюри присудило продолжить бой при условии, что каждые 5 минут господина Буше будут протирать полотенцем. Спасибо, господин президент, спасибо. Позор! Позор!
Считаю до трех. Если русский борец не продолжит бой, мы присудим ему поражение. У нас в России морду бьют за такое судейство. Куда с ним бороться? Нельзя уходить, Чан. Что ж делать? Надо бороться. Я сказал, не буду, значит, не буду. Пойми, Иван, они этого и добиваются. Ты же не сам за себя, ты Россию представляешь. Раз. Буду я об него руки марать. Это твоя природа, Иван. Ты рожден бороться и побеждать. Да. Два. Два. Три. Время вышло. Устал я. Никогда в жизни так не уставал. Чует мое сердце, купленный судьи. Слишком уж этот хлыщ доволен. Буше не провел ни одного приема. Да. Зато как оборонялся. И вообще пора проучить этого русского. Дамы и господа. Поскольку никто из соперников в течение боя не провел ни одной эффективной атаки, за успешные действия в защите победа присуждается Раулю де Буше. Он исчез, как по волшебству. Вот его номер. Что вы нам голову морочите? Как будто нам без вас нечем заняться. Простите нас. Благодарю. Ну, напугали вы нас, Иван Максимович. Ну, ей-богу, напугали. Ну, нельзя же так. Ну, да, обидно, я понимаю, но... Жизнь-то ведь на этом не заканчивается. Вань, ты слышишь меня? Иван! Ваня! Иван! Иван Максимович! Ау! Ванечка. Вань.
все смогу. Я никогда не проигрываю. Тяжелый случай. Он не понимает, где находится, не узнает знакомые лица. Реакция на физический раздражитель замедленная. Я не хочу вас пугать, господа, но поверьте моему опыту, из этого состояния возвращаются редко. Все это невероятно. Скажите, он сможет хотя бы нормально функционировать? Ну, смотря что понимаете под нормально функционировать. Физическое состояние стабильное, но вам придется нанять медицинский персонал опытный, возможно, из нашей клиники. Кормить с ложечки, поить. Каждый день много разных людей из разных стран приезжают сюда за лучшей жизнью, но мало кто ее находит. Ты счастливый человек, Айван. Америка приняла тебя. Сегодня тебе нужно взять поезд чемпиона Северных Штатов, и завтра люди с Уолл-стрит, Холливуд, люди от президента захотят видеть тебя, Иван, жрать твою руку. Звезда Америка! Восходит закат. Ну, это мы проходили. Девочки. Что же, я голых баб не видел, что ли? Пресса пишет, почему ты все время не появляешься на публике, если ты думаешь, надо тратить свои деньги. No! За все платит фирма. Устал я. Ты все время сидишь в отеле, я тоже. Для меня это слишком дорого. Кстати, твой чек. Послушай, ты третий месяц кормишь меня вот этими бумажками, в которых я ни черта не соображаю. Где деньги? Деньги! Неужели ты хочешь таскать из города в город чемодан с мамой? Я хочу их увидеть глазами и потрогать руками. Я хочу, чтобы ты понял, что мы тебя не обманываем. Не потому, что мы все такие честные, добрые и глупые, леди сори, а потому, что мы злые, жадные американские капиталисты. Нам невыгодно обмануть тебя на $1, потому что мы потеряем 100. И чтоб ты убедился в этом, сейчас мы едем в банк. Come on! Здравствуйте. Да? Чем могу помочь? Этот господин хотел бы получить информацию о состоянии своего счета. Да, конечно. Дай ему свой паспорт. Спасибо, сэр. Ну вот, это вам.
Итак, на вашем счету 465 876 долларов и 30 центов, сэр. Видишь, на твоем счету 465 тысяч долларов с мелочи. Это мои деньги? Да, сэр, это ваши деньги. Спасибо, до свидания. Скажи, Тарас, а я могу на эти деньги дом купить? Конечно, нет. Нет? Конечно, нет. Чтобы потратить 400 тысяч долларов, тебе придется строить дворец рядом с холливудскими звездами. Так как насчет мюзик-холл? А цирк у вас есть? О. Может быть, кто-нибудь из почтенной публики желает повторить? Я хочу! Нет, я хочу! Агита! Картона! Тебе что, пацан? Я к дяде Поддубному, ему пакет из Петербурга. Иван Максим, к тебе! Максимович, вам пакет. Лично в руки. Из Санкт-Петербурга. Мне? Из Петербурга? Да, с гербами. Ну, давай. Уважаемый Иван Максимович, мы приглашаем вас участвовать в чемпионате по борьбе, который состоится в Париже. Мы считаем, что вы по-прежнему можете быть достойным представителем своей страны. Для нас большая честь предложить вам контракт. Готовы принять ваш... Нет там чести. Ни в Париже, ни в Петербурге, ни в Москве. Жулики они. Тебе, брать, спасибо. Иван Максимович, ну это уж который. Что мне с ним делать? А брось где-нибудь, чтоб здесь не сорить. Хватит от людей прятаться, себя терзать. Отовсюду зовут, публика тебя ждет. Здесь тоже люди живут. Да? 2,5 человека в зале. Ты ради этого на манеж вышел? Вань, давай завтра уедем. Куда хочешь, в Москву, в Одессу, в Петербург, куда угодно. Устала я, Ваня. Ей аплодировали все крупнейшие города Российской империи! Она гастролировала в самых известных цирках! И сегодня она выступит здесь, на манеже, сеньора Тартини! Устилайте путь ее розами, ибо она королева воздушного эквилибра, несравненная девушка-стрекоза, очаровательная мадмуазель Мими! Вуаля! Thank you.
Маша! Там! Там! Ну что тут у вас? Так всю ночь и просидел. Покойницкую я надо. Пойди забери. Пробовали уже. Полицию, что ли, звать? Сынок, что ж ты ее мучаешь-то? Ей же больно. Больно. Дай-ка мне ее. Там ей будет спокойней. Здравствуй, батя. Передали тебе, братья, что я глобли от тебя ломаю, как увижу. Не забыл еще? Ну что ж, батя, бей, правда твоя. Ну чего ж теперь, раньше надо было. Оденься по-человечески. Вовремя успел, в поле едем. Кто с нас братья будет смеяться, кто
что ж ты бирюком-то сидишь? Не пьешь с нами, только чокаешься, да рюмку ставишь. Так я никогда не пил. С тех пор, как нас батя на гайке с братьями получил за то, что мы на масленицу со стола допили, с тех пор и не пью. Это у них порядок такой, режим. А бабу? Баму-то хоть можно? У бабу вообще нельзя, потому что она сил ни на что другое не останется. Ну, Иван, расскажи, в Париже-то был. Что там в Париже-то, а? Что интересно? Да забыл я все. Как забыл? А вот так. Как в ночное с тобой ходили, помню. Как ты козла за черта принял, боже ты. А все остальное забыл. А че, гостиницу-то своим привез, нет? А как же, вот. Всем нам платки. А мне сигары французские. Сходи, Иван, принеси, народ посмеши. Там у меня в комоде лежат две трубки. Против нашего самосада пожиже будет. То казаку любо, то французу смерть. Поехал казак на чужбину далеком, и на своем добрым коне вороном уедет своя. Плачь, Вань. Не могу. Хочу, да не могу. Видно, кончились мои слезы, мама. Уезжает на войну и прощается с девушкой. И уже знает, что не вернется. А, Иван, что случилось? Какая война? На улице стреляют? Нет, никто не стреляет. Давай я сейчас я начну, а ты подхватывай. Слова забыл. Поехал казак на чужбину далеко, на верном коне своем. Иван, врану. Сейчас 4 часа утра. Я хочу спать. В 8 часов мы с тобой выезжаем в Нью-Йорк. Да подожди, Тарас. Ну,
ты же меня понимаешь, а? Давай еще раз попробуем. Ну, ну давай. Эй, мистер, вы не могли бы потише? Вам не кажется, что все спят? Прошу прощения. Спасибо. Ну, Тарас, ну ты же русский, а? Я американец, Иван. И не помню эти песни. Если это для тебя действительно важно, завтра я пойду в центральный лайбрари, закажу этот текст. А сейчас давай спать. Хорошо? Да, Иван, мы говорили про твою идею, про казачий фольк. Что? Фольк — это национальное искусство. Ну, это твоя песня. Казак едет на войну, девушка плачет и так далее. Это очень, очень хорошая идея. Ты начинаешь понимать в бизнесе, Иван. We will create a Cossack fashion in America. Мы создадим новый казачий мода в Америке. This will be a very profitable business. Это будет огромный большой бизнес. And you will have a quarter. И ты будешь получать четверть. After New York. После Нью-Йорка. We launched a Cossack advertising campaign. Мы запустим новые рекламные кампании. В Нью-Йорке последнее выступление. Нет, Иван, это только начало. Мы начнем новый тур по всей Америке. В Нью-Йорке последнее выступление. Мы контракт подписали. He's going to quit. Он хочет уйти. Nobody quits. Not when there's easy money to be had. Никто не закачивает бизнес, когда деньги сами идут в руки, Иван. Значит, я один такой дурак на земле. На меня, дурака, посмотрите-ка, господа! Я приехал там сюда издалека. Не двинись на мою рожу, что имею у себя нежную кожу. Позовут меня без... Ну что, первый грех и горилки на пассажок. Пошли мы! Пойдем! Эй, любезный! Что-то мне лицо ваше знакомое. Вы случайно не... Не ошиблись, барин. Мы хуторские все для вас на одно лицо. Ошиблись. А ведь похож. Ей-богу, похож. Чудеса узрите в Америку не захотите! Женщина паук без ног, без рук! Человек без костей, гармонист ходей! Цыпленок лошадь сожрет, из глаз змей поползет. Хуторские дурачки, несите к нам пятачки. Что малому забава, только за кугрех. Бог согрешим, Вань. Алло, гулять-то гулять. Пойдем посмотрим. Ну ж не надо, бать. Я сказал, пойдем. Тащите к нам рублики. Я б годков 20 сбросить, я бы им показал. Большая галерка спит! Малая галерка спит! Давай! Уважаемая публика, по традиции ежевечернюю схватку борцов завершает черная маска! Найдется ли среди вас смельчак, который заставит нашего таинственного визави сбросить с себя покров тайны? Есть желающие? Есть! Бать, ты чё? Вот он хочет. Может, надо, бать? Надо. Иди, Вань! Давай! Покажи! Пусть знает Маша! Давай, Ваня! В нашем цирке, на нашей подобной в манеже!
Побережье! Подобный! Я узнал его. Я узнал. Как же его не знать? Он единственный такой на всю Россию. Это же подобный! Подобный! Покупайте, покупайте. Новый выпуск. Полуфинал чемпионата мира по борьбе. Иван Подобный против Рауля Дебуше. Проваливай. Боюсь, Рауль номер с маслом на этот раз не пройдет. Ставки 12 к 1 не в нашу пользу. Ставь на меня. Сколько? Все. Я ведь всегда говорил, что на ковре побеждают не мускулами, а головой. И главное, что ты начал думать. И перестал бросаться на соперника, как казак на Бонапарта, да простит меня Франция. Вы, как всегда, правый граф, несмотря на вашу горячность. Жаль только, что до вас это уже знали все наши соперники и газетчики. Послушайте, князь, ну перестаньте иронизировать. Остались две самые тяжелые схватки. А весь Париж по-прежнему болеет за тебя, Жан. Рауль и Янс Педерсен. Рауль очень сильный и очень подлый. Янс очень сильный и очень умный. Позвольте совет вам, как будущему поэту. Когда станете писать оду французской борьбе, укажите, что это касается спорта. А не то вас запишут в революционер. Вам нужен мой кошелек, господа, мой друг. В нем недостаточно денег. С ума сошел, Иван. Ты что, смерти ищешь? Скажи мне, почему ты не вызвал полицию? Подобные никогда ни от кого не бегали. Я действительно поверил, что ты изменился. Алло, кюри, ну, доктор. Что скажете, доктор? Скажу, что вашему другу повезло. Крупные сосуды не задеты, сухожилия тоже целы. Нужен полный покой для поврежденной руки. От любого напряжения раны снова разойдутся. Сколько времени нужно для полного выздоровления? Все зависит от организма. Недели 2-3. Через 2 дня схватка с Раулем. Доктор! Доктор, а вы уверены, что он не сможет выйти на арену? Вы играете на пианино? Да, что? Сыграйте мне одной рукой сонату Бетховена, и я поверю в чудеса. Практически уверен, это Рауль. Тогда я немедленно иду в судейский комитет. И что вы им скажете? У нас ни свидетели, ни доказательства. А что вы предлагаете? Сняться с чемпионата? У Рауля передо мной должок. Все никак вернуть не мог. Ижен, да. Вы тренера борцы старые, между собой общаетесь. Ты пусти слушок Подобный, на тренировке травмировался. И на схватку вряд ли выйдет. У кого рыльца в пушку, сразу же проявится. Потому что знают, о чем речь. А я хочу физиономию Раулю посмотреть.
когда с ним на ковер выйду. Мы начинаем полуфинальную схватку за звание чемпиона мира. Победитель международных турниров. Парижский мушкетер Рауль де Буше. Русский медведь. Запорожский казак. Иван Поддубный. Уважаемые жюри и почтенная публика, как мы с вами видим, господин Поддубный травмирован, отдавая должное мужеству русского борца, но исключительно из гуманных соображений и с тревогой за его здоровье мы требуем отменить схватку. Доктор, будьте добры. Позвольте смотреть вашу руку. Он в порядке. Схватка состоится. Однако в случае явной опасности для здоровья господина Поддубного борьба будет немедленно прекращена. Господа.
How can I help you, sir? Чем я могу вам помочь, сэр? Здравствуйте, барышня. Сейчас. Вот. Мои деньги в вашем банке. Одну минуту, пожалуйста. Да, сэр. На вашем счету 512 631 доллар и 48 центов. Хорошо. Я хотел бы свои деньги. Извините, сэр, но вы не можете их забрать. Это мои деньги. Да. Я хочу их забрать. Ваши деньги на страховом депозите, сэр. Это значит, что вы не можете забрать средства ранее указанной даты. 23 марта 1928 года. Мои деньги? Да, но я хочу забрать мои деньги. Да, сэр, но вы не можете забрать свои деньги до 23 марта 1928 года. Когда? Через два года, сэр. И я никак не могу помочь вам в данный момент. Здесь кто-нибудь говорит по-русски? Какие-то проблемы? У этого господина страховой депозит, и он хочет забрать свои деньги раньше времени. Я его поддубный. Очень хорошо, сэр. Я хочу мои деньги. Боюсь, это невозможно. Это мои деньги. Да, сэр, они ваши. Я хочу мои деньги. Сэр. Здесь написано, и вполне разборчиво, что вы можете забрать деньги со своего счета не раньше 23 марта 1928 года. То есть чуть больше, чем через два года. Сейчас у нас есть три возможных варианта решения проблемы. Первый. Вы дожидаетесь даты и получаете свои деньги. Второй. Отправляетесь в суд. И, наконец, третий. Если вы намерены скандалить, пожалуйста, покиньте помещение. Спасибо. И желаю вам отличного дня. Иван, прежде чем ты будешь говорить, пожалуйста, немножко послушай меня. Мы честные бизнесмены. Мы не украли твои деньги. Да, мы положили их на долгосрочный депозит. Но это твои деньги. Их может брать только ты, не кто другой. We did it for your own good. Это мы сделали для твоей пользы. If you take your money back to Russia, если ты приедешь с деньгами в Россию, the Soviet government, they will keep it. У тебя их заберет советская власть. We can work together. Мы будем работать вместе. And make a big business. Делать большой бизнес и платить тебе в два раза больше. Я грешным делом подумал, что вы нормальные, честные воры. Ну, возьмете кусок другой. Ну, ничего. Мне не привыкать. А вы меня целиком купить хотите?
Всего. С душой. С потрохами. Меня. Ивана поддубнула! Иван, еще одна секунда, я вызову полицию. Тогда ты точно останешься в Америке. Но... Speak English, please, I don't understand. Говорите по-английски, я не понимаю. Домой хочу. Домой. Душно мне с вами. Дышать нечем. Do you think he's angry? Думаете, он разозлился? Один билет до России. Сколько? $850. Написать? Третий класс. Четвертый. Извините, но на этом корабле нет мест без каюты. Третий класс самый дешевый. Эти русские самые жадные в мире люди. Богатый мужик, а готов плыть за кораблем. Господин Поддубный, Железный Иван. Какая честь для нас. Вы хотите заложить эти вещи? Пояс чемпиона. Отлично. Итак, кубки, медали. Это все позолота. Мы можем предложить вам только $125. Простите, но мы принимаем только драгоценные металлы и антиквариат. 150. Билет на пароход. Дай этому человеку столько, сколько сможешь дать. Только из моего уважения к вам. Могу дать 135. Иван Максимович. Здравствуйте. Здравствуйте. Не знаете? Вместе из Германии плыли в страну свободы и признали. Вы не сочтите за дерзость? Возьмите, пожалуйста. Да как же? Братцы, как же, я же отдать-то не смогу. Как же я отдам вам, а? Да бог с ним. Вы знаете, что вы поклон передайте? Кому? А не знаю, никому. Вы как на берег сойдете, кланитесь от нас.
Сэр, мы прибываем через 7 часов. Я знаю. Сэр, вы промокнете и простудитесь. Позвольте проводить вас в каюту. Ничего. Я долго ждал, еще подожду. Поехал казак на чужбину далеку, и на добром своем коня вороном. Пойдем, Ванюшка, домой ужинать. Уеда своя, ой-е-е, родная Украина, да на время, ой, на время дозмакия, но сам это не мой. Напрасна жена казачка его молодая, и утро вечер выходит на север смотреть. Ухи да все ждет, она поджидая. Земли курган в головах. Ой, это пуща, вы знаете, могу рыгая, а я не дыкали. Ой, калина родная, она растевая, и темна, и красу. Yeah.
залетная пташка. И порой прощебечит про жизнь казакам. Ой, да.